С начала этого года в Самарской области привели в порядок более 400 километров дорог и 15 мостов. В областном центре отремонтировали 65 участков дорог. Самые крупные объекты – Ракитовское и Московское шоссе от Масленникова до проспекта Кирова. За последние три года обновили тысячи километров региональных дорог. Ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Область получила более 15 миллиардов федерального финансирования. Нам удается, благодаря опережающему выполнению планов на протяжении уже целого ряда лет, добиваться дополнительного финансирования из федерального бюджета, ремонта, реконструкции, строительства новых дорог в Самарской области. Благодаря дополнительному финансированию опережающими темпами ведется работа по строительству второго этапа Самарского моста. Его готовность на сегодняшний день составляет 80%. Планируют закончить раньше намеченных сроков и строительство транспортной развязки на пересечении улиц Новосадовой и Советской Армии. Благодаря вашей работе федеральных органов власти, Дмитрий Игоревич, Самарская область дополнительно получила в начале текущего года 4 миллиарда 700 миллионов рублей из федерального бюджета. Это нам позволило завершить реконструкцию мостового перехода через реку Сок раньше установленных сроков на 1,5 года. На отремонтированной дороге, как правило, повышается скорость. Губернатор дал распоряжение провести в ноябре месячник по безопасности дорожного движения. ГИБДД, региональные и муниципальные власти, эксплуатирующие организации проведут ряд совместных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в регионе. В следующем году в планах отремонтировать 56 дорожных участков. Это почти 300 километров. Один из главных проектов, старт которого начнется в 2022 году, это строительство магистрали «Центральная». Сейчас готовится конкурсная документация. Мария Левина, «События».